«Счастье быть вместе» – одноименный форум вновь собрал родителей из разных уголков региона. Семьи получили возможность поучаствовать в мастер-классах с педагогами и психологами, вместе с детьми провести день в образовательных играх. И все без исключения аплодировали 22 многодетным северянкам, что в этом году удостоены знака отличия «Материнская слава». Чтобы поделиться опытом воспитания и услышать советы от ведущих специалистов здравоохранения и образования, в Архангельск приехало более 200 родителей из разных городов Архангельской области. В рамках нашего торжественного мероприятия мы наградим отцов, победителей областного конкурса «Отец. Ответственная должность». Мы наградим многодетных матерей, которым присвоено звание и знак отличия «Материнская слава». И наградим семьи, которые участвовали во всероссийском конкурсе «Лучшая семья года». Региональный форум «Счастье быть вместе» стал площадкой, где родители с детьми не только участники, но и спикеры наравне с образовательными организациями. Для семей состоялись мастер-классы разной тематики – детская речь, мелкая моторика, развитие внимания и памяти, потенциал каждого ребенка. Продуктивная деятельность – это один из методов работы с детьми с ментальными нарушениями, который приносит не только пользу на занятиях по гончарному делу, по деревообработке, по скрабукингу, отрабатываются очень много задач коррекционных, развивающих, но и приносит удовольствие. Региональный форум «Счастье быть вместе» направлен на укрепление института семьи «Ответственное родительство». В нашем календаре появляется все больше и больше очень правильных, очень важных праздников. День отца, день матери, день семьи, любви и верности. Вы знаете, этих дней не может быть много. Это каждый раз возможность сказать спасибо, сказать слова благодарности, низко поклониться тем людям, благодаря которым мы появились на свет. Благодарности семье Анучиных, которая стала победителем фестиваля семейных реликвий «Хранимое в сердце» за бережное отношение к родословной семье. Есть такие интересные серии значков и такие отдельные, уникальные. В общем, очень интересно, дети ее очень любят смотреть. И вторая реликвия, которую представили на конкурсе, это факсимиле прапрадеда мужа. Мой прадед был неграмотный человек, вот, и когда приходилось расписываться, ну или ставить свою подпись, он ставил вместо подписи этот штемпель. Главным событием стало награждение знаком отличия «Материнская слава». В этом году 22 многодетные мамы удостоены этой высокой награды. Сохранение традиционных семейных ценностей, улучшение условий и повышение качества жизни семей – это абсолютный приоритет в работе властей всех уровней и всех направлений. Более того, можно сказать, что в России это направление находится, наверное, под личным патронатом, патронажем нашего президента, о чем он не раз говорит, о том, что сохранение семейных ценностей есть тот фундамент, на котором мы можем развиваться и идти вдали, строить действительно здоровое, полноценное общество. Знаком отличия «Материнская слава» женщины награждаются ежегодно и, что немаловажно, с выплатой единовременного денежного вознаграждения. Алексей Макеев, Евгений Зыков, регион 29.